стать космонавтом. Еще бы ведь детворе кажется, что нет ничего невозможного, и они полны энтузиазма, чтобы осваивать новые просторы. Несмотря на то, что с возрастом мечты о полете в космос растворяются, находятся и те, кто все-таки решается покорить космические просторы и развивать науку о космосе. Космонавтика начала активно развиваться во второй половине прошлого столетия. И мы были первыми. Первыми космонавтами были собака Белка и Стрелка, совершившие полет в 1960 году. Первым человеком, совершившим полет в космическое пространство, был Юрий Гагарин. Он полетел в космос 12 апреля 1961 года. И первой женщиной-космонавткой стала Валентина Терешкова. И мы горды этим. Георгий Свиридов. Время вперед!